написали свое досье, как Вера Брежнева или еще что-то. Я же абсолютно автономный человек, абсолютно автономный, функционирую, нет, никак не назовешь. Сегодня Ева на концерте сделала так. Это запомнила. И я сделала так. То есть, ну, мне кажется, что в любом случае, если Ева проработает в этом коллективе 2 года, как проработала я, если в составе в этом составе появятся такие же хиты, как «Притяжение», как «Не оставляй меня, любимый», как «Тропики и океан». Если это все получится, я буду рад. Аня, а вас пригласили в московский концерт участвовать? Еще ожидается аналогичный в Москве концерт. Я, честно говоря, не знаю еще относительно этого. Говорили, что будет концерт.